Фея за спиной. Как-то стало известно, что за спинами людей можно было феи найти. Днем у них присмотр за подопечными, расчистка, сортировка, редактирование того, что те за день натворили. Так просто фею не увидать. Хотя в прошлые времена говорили, люди много больше о них знали. Да как-то позабылось. Разные умельцы могли видеть прекрасные волосы феи. О, они такие модницы. За день 100 раз норовили преобразиться. Стоило только подумать, и прическа к настроению готова. Художники и поэты своих фей ласково музами величали. Даровали им вдохновение. Много искателей по миру ходило. Как же им фею разглядеть, да диалог с ней наладить? Потому как известно было, кто фею свою узнавал и с ней дружил, тот счастлив был всю свою жизнь. А почему они за спинами? Может, напугал их кто? И почему невидимыми стали? А где моя фея? Думала девушка, разглядывая себя в зеркало. И как ее вернуть? Что с ней стало? Нелегко без ее поддержки по земле было ходить, хоть и смело девчонке. Смотри по глазам, они там отражаются, написал друг. Внимательно смотри. С тем и отправлялась на поиски. Да, глаза чего только не отражали. Но где же фея? Моя фея. Как-то раз во сне пришла к девушке женщина, красивая, светлая, добрая. Таких девушка тогда еще не встречала. Она говорила ей про фею. Девушка забыла те слова, только женщину запомнила и решила найти ее. Она бы ей помогла. И так надеялась, преодолевая преграды, и думала, что нашла. Но там оказались совсем другие люди. После куда? Никуда.
сердце друга, истинное прибежище. Ты искал, мы на том же пути. Смотри, сколько нас. Мы испытали то же, что и ты. Можешь просто помолчать, а мы будем рядом. Столько, сколько тебе нужно. И продолжать открывать свое сердце понемножку, все больше и больше, и помнить при этом о фее, пусть и не зная, где она сейчас. И боль начинала отпускать, сначала рывками, а потом как клубок разматывался по ниточке. Узелок развязался, и обрывки с острыми концами растворялись один за другим. И радостно, когда ты есть у меня. Ты — это я. Я — это ты. Девушка танцевала и поглядывала в свое отражение. У меня теперь есть я. Мое «я» со мной, верное, приятное, доброе, теплое. Мое «я» меня так понимает. Мое «я» так прекрасно и так вдохновляет. Твоя опора на земле. Вот это открытие. Так кто сказал, что феи терялись? Или что они невидимы? Они все время рядом. Настоящие помощницы. Нужно было только просить ее быть в себе всегда. И быть очень-очень-очень внимательной. Позволить ей себя оберегать.